Так, добрый день, дорогие зрители, подписчики. Вот начинаю выкладывать печь. Ну, как бы щит для печки. Вот печку мы поставили. Там начали укладывать уже морду для печи. И вот здесь я выложил уже три ряда. Вот таким ходом. Прочистная дверка, чтобы можно было чистить. Вот сделали, фундамент залили, выложили два ряда, чтобы было выше. Здесь пошел сам щит. Вот здесь уже будет вместе, в этом месте уже будет перекрываться ход. Вот с трубы щиток, и вот здесь вот уже выход трубы будет на улицу. Вот здесь я потом сниму, как округлить кирпич, чтобы дым закруглялся и сюда заходил. Вот такие вот пироги. Дверка вот так снимается. Специальная такая штучка, чтобы, ну, часто не открывать ее. Вот так вот. И вот здесь я сделал плиту, чтобы щиток не соприкасался с деревом. Вот такие вот дела. Ну все. Пока. До встречи.